Установка была только играть. У нас было всего две четверки. У нас несколько человек там на травмах, кто-то заболел. Ну, мы вышли, доказали, показали, что мы сильнее. И дальше будет лучше. В первом тайме мы как бы то, что запланировали, прессинговали на каждом участке поля. Это получилось, работали, быстро отобрали мяч на их половине и забили гол. Ну, а во втором уже, конечно, подсели физически. И как бы играли уже по результату. Сегодняшняя игра для нас была не такая легкая, потому что мы только приехали из Таганрога. У нас там были игры. Для нас первый тайм был вообще тяжелый. Во втором тайме мы хоть немножко собрались. Даже если у нас сил не было, но мы на моральном чисто додавили, победили. Спасибо большое нашему тренеру. Это тоже его победа. Игра очень хорошая, понравилась. Ребята молодые, все двигаются. Тяжело, очень было тяжело. Тем более мы неделю выпали из тренировочного процесса. Поработав, все по работам, не отпускали с работы. Ну, и понятно, что ребята помоложе. За ними тяжело успевать. Ну, первый тайм еще навязали борьбу 1-1 первые 20 минут. Ну, а потом физически подсели и пропустили, конечно.